Да. Привет тебе, Костя, привет. Как Тоже. жизнь молодая? Чем ты занимаешься сейчас? Слушай, давай мы знаешь, что с тобой сделаем? Я сейчас это немножко подкрашу картину, потому что слишком желтая, мне сейчас надо ее поправить и глазик поправить там. Я посмотрел картину, которую ты прислал. Очень интересная, мне очень интересно. Я хотел с собой более другое что-то сделать. У меня израильская группа. Я тебя туда внесу. Дело в том, что там у меня, так сказать, избранные темы. Одна из них очень важная тема, которую мы с тобой можем сделать. Изобретательская тема. Мы с Интересно. тобой можем сделать изобретение на тему. Мы это и в космос можем поставить, предложить. Мы это и в поликлинике, и в спортзалы, и везде, 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 где только можешь себе представить. Фитнес-центры, везде. И самое главное, это могут поставить люди у себя на кухне или в спальне. Такую небольшую стойку, которую подключаешь к компьютеру. Во-первых, тебе сразу задается бегущая тепловая волна в ритме собственного дыхания. Во-вторых, то, что ты делаешь, покажи свою вот эту вот. Ну, давай, начнем Ну, в разговор. смысле, Ну, вот то, что... движение? Нет, вот то, что ты мне показывал, вот это для обратной связи. Помнишь, мы вчера... Для обратной связи, но Да, просто покажи этот... вот такая штука. Да. Да, вот такая штука. Это Да. И вот... шлем виртуальной реальности Да. от PlayStation 4. Да. Вот. Ты И представляешь? Мы сейчас на два порядка, не меньше, повысим интересность этой штуки твоей. Потому что я туда добавлю пару своих изобретений, которых я никогда не раскрывал. это два контроллера для Да. управления. Здесь просто светятся вот эти штучки, Да. и он отслеживает движение этих вещей. Вот. Кроме того, там стоит стереокамера, но я не буду ее сейчас доставать. Она на телевизоре. Там два объектива, и он отслеживает положение тела, просто вот визуально. Да. Ты же айтишник, вот мы с тобой сделаем. Сейчас сделаем. Я попрошу своего товарища, который мастер Трис. Он как раз-таки сибиряков, Виссарион, потрясающий изобретатель. И у меня есть еще друзья, и калоши, ну, потрясающие изобретатели, которые идеальное решение компании делали и в Москве, и в Калифорнии, и там еще где-то. Ну, у меня очень сильные такие друзья. И как раз-таки к нам подключиться может любой молодой человек, который любит изобретательство. И мы можем быстренько сделать, потому что у меня несколько изобретений, которые я мечтаю давно выставить. Потому что они такие потрясающие. Я тогда работал в электронной промышленности, и я обучал женщин с микроскопами, чтобы они меньше уставали глаза. Они до этого работали 2 года на рабочем месте, а после этой программы стали работать 5 лет. Меньше стали глазами уставать. А в соседнем отделе, там, на электронном предприятии, работали инженеры, которые делали приборы. Я им рассказывал идеологию, ну, просто так, мы сами там чай пьем, там кофе пьем. Я им рассказываю идеологию, они делали аппаратуру для меня. И есть 2 прибора, которые мы начали делать, а потом я уехал, я там 5 лет работал, потом я уехал домой, и они остались не сделаны. И вот сейчас мы с тобой можем сделать, как раз соединить то, что ты показал, соединить с тем, что я покажу. Это будет взрывной эффект вообще, потому что там такие оригинальные мысли. Это было в 90-м, в конце 85-го года.
Часть из них я печатал в электронной промышленности в журнале. Электроника и медицина. Рубрика у меня своя была там. А часть у меня осталась в голове, и поэтому я никогда не было возможности. Сейчас, извини. Алло. Да, Марина. У меня есть через полчаса, сейчас нет. У меня постоянно звонки идут, но бесконечно, это просто бесконечно. Я всем говорю, звоните не раньше 20 часов. Вот хорошо, сейчас после 20 мне звонят. Но за это время мне уже раз 6-7 звонили. Меня все время отвлекают, я ничего не могу сделать. Я все время говорю, звоните после 20 часов. Ну, есть, вот видите, теперь позвонил человек, а теперь я занят. Тоже такая интересная штука. Короче, я хочу тебе сказать, что я тебя в райскую группу, у меня есть такая райская группа, я туда тебя приглашу, ты туда войдешь. Ну, там я тебе дам материал, ты посмотришь, там никто не видит, кроме нас. И мы с тобой выставим, я поговорю с друзьями, чтобы нам помогли оформить заявку на изобретение, на патенты, там может быть рабочая модель, может быть экспериментальный образец и так далее, чтобы быстро сделать. Потому что, в принципе, все готово. Но это будет фурор. Я думаю, тебе будет интересно. Интересно. Но... Мне послышалось не райская группа, а израильская группа. Райская группа, райская группа. Райская группа, потому что там идет... Я начал с того, что давайте учиться у Бога. Когда, значит, Бог вменял человеку продолжать род людской, он не создавал никаких комиссий по контролю качества, а соединил эту ответственнейшую работу с чувством удовольствия. Работа пошла на автомате, благодаря чему есть и мы с вами. И она не останавливается. То есть давайте учиться у Бога в этом смысле, как работает природа в нашем мозге. Когда человек занимается любимым делом, его не остановить. А я как раз придумал аппаратуру для того, чтобы человек мог в любой момент быстро освободиться от посторонних мыслей. И то, о чем он хочет подумать, подумать свободно, без шаблонов, без страхов, без комплексов, без авторитетов. То есть, короче говоря, будет у нас такой технический дополнительный комплекс, чтобы человек включил кнопку силы, максимально освободился от всего, никому не должен, не обязан. Разрешите еще сказать? Давай. Вот вы говорите обратную связь человеку, да, то есть чтобы он слышал свое дыхание. Да. И у меня сразу предложение без прибора, а программно. Есть смартфон. Да. Смотри, смотри, что у меня есть, смотри. Я нож. Хочу открыть, видишь? Ну, опасная штука. Нет, это для того, чтобы краску открыть. И вот у меня наушники беспроводные с микрофоном. Да. То есть они могут записывать звук дыхания, да, и вплоть до сердцебиения, если напротив сердца установить. Да. Также есть сейчас напульсники, эти фитнес-трекеры, да, которые пульс меряют. Да. Вот. Это все можно выводить в уши человеку, его звук его дыхания, его сердцебиение, и отображать на смартфоне какую-нибудь картинку. То есть, в принципе, вот так можно сделать. Отлично. Биологическая обратная связь. Я тебе скажу, что... Можно выводить, значит, на экран дыхание, энцефалограмму, пульс, много чего выводить. И там, значит, может быть линия горизонтальная, или зайчик бегает,
И человек, управляя этим зайчиком, управляет тем самым своим внутренним состоянием. Это приборы биологической обратной связи. Я знаю, как это работает. Ты сейчас именно правильно говоришь, и поэтому в этой струе сейчас пока не раскрываю всех тонкостей, не раскрываю деталей, чтобы люди там сами себе атомную бомбу на кухне не сделали, чтобы мы не помогали этим людям хулиганить. А чтобы корректно, очень полезно для людей, особенно сегодня. Вот посмотри, как я сейчас делаю. Очень смело рисуете. Потому что я как раз-таки пользуюсь своими изобретениями для того, чтобы у себя настройку делать. А мы с тобой это сделаем в виде аппаратуры. Это будет фантастика. У меня Ну, один приятель забрал у меня одну идею, уехал в Америку, убедил там какого-то сенатора, получил 40 миллионов долларов и сделал космонавту костюм, скафандр с теплообогревом, по идее, которую я ему рассказывал. Поэтому просто так не будем эти идеи рассказывать, чтобы кто-нибудь еще какой-нибудь скафандр себе не сделал. Я тебе сейчас в нашу райскую группу приглашу, ты туда войдешь, и мы такую сделаем штуку, ты что? И пускай к нам подключаются все думающие люди, которые хотят с нами поработать. Договорились, да? договорились, я с удовольствием. Мне будет интересно. Это для меня будет целая работа. Ну, Реальное дело. отлично, отлично. Вот я сейчас желтое это все уберу. А мне почему-то желтое кажется, что он на солнце стоит, то есть Ну, смотрит на солнце. да, вот здесь солнечный луч, да. Мне краски подарили, мне позвонили, друзья подарили и пришлют краски. Завтра, послезавтра курьер приедет. А я пока дописываю то, чем есть, и мне нужна здесь другая краска. И как раз завтра, послезавтра я это сделаю шедевр. Я подскажу, как можно делать произведение, освобождаясь от того, что человеку мешает свободно думать, то есть входить в поток, как говорит Чистен Михаил. Как входить в поток? Там у него 10 лет надо по его схеме, чтобы человек овладевал мастерством. А у нас, если человек овладевает приемами ключа, а я сейчас делаю минутные и секундные приемы, то быстрее входит поток, 10 лет не надо. И это в любой области, и в изобретательстве, и в танце, и в пении, и где хочешь. Глаз надо вот ему сделать, надо белую краску сейчас взять. Давай, Костя, я тебя обнимаю. Мы сейчас поговорили, будет очень интересно. Завтра мы еще поговорим. Хасай Магомедович, Да. я перебью вас. Я в WhatsApp вам скинул ссылку на YouTube. Да. Там видео для дыхания, то есть дыхание под расширяющиеся лучи солнца. Ну, вы Да. увидите. Этот ролик сперли для одной программки. Ну, я потом расскажу. Вот. Хорошо. Он реально действует успокаивающе, то есть когда дышишь под ритм. Я понял. Там ты дышишь под чужой ритм, Да. а мы сделаем, чтобы дышал под свой собственный. Потому что дыхание в ритме собственного дыхания, но через корректор. Через некий корректор избавляет людей от чувства страха и тревожности. Но завтра мы с тобой об этом поговорим. Это будет вот так. Такого еще в интернете нет. Да, я тебя обнимаю. До связи. До завтра. Пока. Пока. Я должен где-то нажать. Да. Нажимаю.